получилось у нас один погибший, но пострадавший в целом. Пострадавший всегда остался в 4-й городской больнице. Поехали с Москвы в Питер. Почему поехали по нижней части, пояснить водитель не смог. Хотя установлены дорожные знаки, что город Санкт-Петербург, соответственно, двигаться по путепроводу сверху. Визуально, со слов очевидцев, говорят, что нарушений правил дорожного движения со стороны водителя маршрутного такси не было. Двигался по крайней правой полосе, тормозной видим, в принципе, уже непосредственно перед самим заводом. Водитель пояснил, что он не видел этот автомобиль, его вообще не видел. Идите, скоро звонит передовой.